Лиз, что происходит? Чё тебя так колбасит? Мы в аэропорту. Сочи, мы летим. Только, блин, летим. Одесса, Стамбул, Стамбул, Москва, Москва, Сочи. Веселая ночка будет. Лиза очень хотела посидеть у окошка, и поэтому нам дали крайнее к окну ближайшее место. У нас даже дверца есть. Ну вот окошко фуфлыш, да. Привет, Стамбул! Лиза в восторге. Все нормально. Стамбул, дальше Москва. Да, у нас есть заставка в Москве. Следующая точка назначения – Москва. Лиза. Паша играет. Animal Crossing. Срочные новости. Нас не пустили на самолет на Москву. С формулировкой, а что это у вас украинцев нет в госуслугах российских? А пока разбирались, самолет к херам улетел. Госуслуги, я не россиянин, но уже вас очень люблю. Теперь мы в офисе турецких авиалиний разбираемся, что нам дальше делать и кто пропустил эту ситуацию. Оказалось, кстати, что Лиза есть в списках разрешенных к въезду в Российскую Федерацию, а меня нет. Ну, во всяком случае, застрять в Стамбуле, в этом есть свои преимущества. Похоже, мы тут свич играешь, да, опять? Мы, похоже, тут до утра как минимум. Будем разбираться, что сейчас делать. Развитие истории. Мы завтра летим Аэрофлотом. И это будет первый раз, когда я останусь в гостинице в аэропорту Стамбула. Я столько раз здесь был, но вот гостиницу еще не заценивал. Так что рум. Йотелэр. Йотелэр. По-моему, мы идем куда-то в Йотелэр. Не, это было бы сильно просто. Мы зашли, нам говорят, ребята, а у вас гостиница Landside, а это Airside. Выходите, пожалуйста, на территорию Турции, благо украинцам виза не нужна. Сейчас найдем наш лагерь, как это называется, багаж, да. И будем проходить таможню турецкую, чтобы попасть в гостиницу, которая на Landside. Это становится весело. Как денек, Лиза? Ну, короче, мы в гостишке в аэропорте Стамбула. Распаковываемся. Завтра утречком летим уже не Turkish Airlines, а Аэрофлотом.